Пооткрывать бэпаки, достать крутых игроков. Нужны монетки? Вы можете найти их у Макса Хантера. Лучшие цены, быстрая доставка. Ссылочка в описании. Всем привет! С вами Ёжик, и прямо сейчас я получу свои награды за третью Weekend League. На этот раз 35 побед и 5 поражений. По итогу 93 позиция, топ 100 и отличные подарки. А именно 125 тысяч монет, 2 мегапака за 100 тысяч каждый и один набор абсолютных чемпионов команды недели, где нас ждет 11 информов. Именно ради набора абсолютных чемпионов стоит сражаться за топ-100, потому что 11 информов в одном паке — это просто жесть. Замечательно. Давайте взглянем вместе, кто у нас сегодня в команде недели. А можно еще и Ultimate Scream поймать. Отлично, там тоже есть крутые игроки. Эден Азар — это тот парень, которого хотелось бы поймать больше остальных. Кроме него я бы выделил Канте, Мане и Шакири. Этих ребят я бы хотел поймать. Шакири, Мане, Азар, Канте. Донарума, в принципе, тоже симпатичный, но я уже посмотрел его трансферную стоимость, и она не впечатляет. Там всего лишь 35-40 тысяч. Как-то неадекватно, если честно. Ну что ж, первый мегапак. 24 игрока. Все рарные. Поехали! Информ. Пиксельный информ. Грусицкий. Хотя, в принципе, по S90, может быть, 20 штук за него дадут. Нолито, Вицель, Парехо, Варди! Отлично! Джейми Варди! Вот это очень хорошо, друзья! Это 40 тысяч, это то, что надо! Даже больше! 60, 53! Отлично! Джейми Варди, хорошо! Супер! Вот это да! Вот это мне нравится, спасибочки! Нянг! Бегуночек! А, ну и самое главное, давайте все-таки посмотрим, сколько стоит Грусицкий. Понятно. Давай, второй пак, второй мегапак, 100 тысяч. И здесь у нас... Кейхилл. Терри. Лучше бы уже Кейхилл. Муслера, Перрин, Шкртел, Насри, такое. Тут и опять Гуардадо, офигеть, спасибо. Ну и вот он, друзья. Вот он, пак. Самый главный пак. Самый сочный пак. Эден Азар, Канте, Шакири, Мане. Ребята, давайте, идите сюда. Эден Азар, это то, что мне здесь нужно больше всего. Эден Азар, сюда! Скрим. Манджукич. Бляха, Азар, Канте. Это не то. Канте! Хорош! Чалханоглу! Неплохо! Скрим, Чалханоглу! Мане здесь же! Неплохо! Блин, я даже не знаю! Давайте посмотрим на Чалханоглу! 65 тысяч! Канте — это хотя бы что-то! Это 168 тысяч! Здорово! 22 тысячи! Окей, хотя бы что-то! Можно за 22 уже его сбросить быстренько! Донарума! 37! Блин, у него такие скиллы, знаете... Симпатичные, может быть, в свой состав его оставить. Пиксел, я понял. Мане тоже можно, в принципе, оставлять. Можно продавать. Я думаю, что лучше продавать, потому что я хочу правый фланг из испанской примеры. Но я думаю, за 75 его можно отправлять. 17 тысяч, понятно. Канте уходит у нас на продажу, мы на нем хорошенько заработаем. Донарума и Мане я подумаю. В эти выходные у них будут сумасшедшие рейтинги. Можно обменять на Гаспара. Гаспара, у которого шикарные характеристики, и он сможет сыграть вместе с Рамосом. Это будет круто, я думаю. Он может даже играть круче, чем Пепа. Я пока что сам не знаю, пока не попробую. Такие вот получил паки, таких вот поймал игроков. Да, не поймал Азара, жаль. Но зато поймал Канте. 165 тысяч Канте, 70 тысяч Мане. По 65 тысяч Манджукич и Чалханоглу. Это уже около 300 с лишним тысяч. По итогу, короче, 500-600 тысяч. Я доволен, однозначно. Благодарю вас за внимание. С вами был Ёжик. Если паки и игроки, которые мне выпадали, вам понравились, ставьте лайк. Если ждете следующего пак-опенинга за Weekend League, ставьте лайк. Я-то жду, однозначно. Я буду стараться опять ворваться в топ-100, опять заработать пак с 11 информами и получать все круче и круче награды. Ну и, как обычно, пожелаю вам удачи в ваших паках. До встречи и всего хорошего. Если в этой же ситуации левша, то нужно положить корпус и пробить на исполнение с помощью кнопки регулировки точности. Идем дальше. Когда же пробивать низом, а когда верхом?